Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. Он составит кабанчик. И сегодня я, наконец, закончил то, над чем я старался. Все как-то времени не находилось. Я хотел себе сделать вот, я вам наверху видите, вот такая коряга, которая, и кто со мной был в этих побродилках, то здесь есть коряга, она выглядит как какой-то дракон, крокодил или еще. И я хочу на нее закрепить как бы эти стержни такие специальные, на них посадить рыбы. Вот у меня они тут есть. Сейчас я их покажу поближе. То есть она довольно-таки импозантная такая, эти на крокодила смахивают и все. Вот. Я решил сделать себе домой такое украшение. Ну и заодно, как всегда, поснимать это для стоков, куда я давно уже ничего не грузил, был занят. Вот. Вот такие у меня они. И сейчас мы с вами пойдем на площадку. Там ничего хитрого нету, но все-таки я решил вам показать, как это выглядит. Ну и в дальнейшем, когда я уже сделаю само панно вот это, да, я вам покажу готовое, какой-нибудь из посиделок, покажу уже готовое, как выглядит. Но я думаю, что оно будет выглядеть хорошо. Поэтому пойдемте, я вам покажу, как площадка выглядит. И мы с вами сфотографируем вот этих 5 рыбин, которые я планирую соединить в одном произведении. Скажу, такое большое будет. Такое большое будет произведение. То есть вот так мои рыбки выглядят. Здесь внизу будет такая импозантная коряга. И они будут на металлических плотах. И, в общем-то, все будет вертикально, конечно, да? Ну, сегодня у меня задача такая, как я вам уже сказал. Вот то, что я налепил, каждый рыб забрал у меня один день. Но я, в принципе, доволен. Давно хотел это сделать. И вот сейчас, когда я выполнил, у меня чувство такое облегчение, что все-таки свою задумку я воплотил. Ну, осталось, я говорю, закрепить это все. Но прежде чем я закреплять буду, я сейчас их сфотографирую, потому как мне надо еще и на стоке их выставить. Почему бы не заработать? Давайте посмотрим теперь, как выглядит моя схема. Для того, чтобы я сфотографировал, во-первых, осветил, да? То есть у меня с двух сторон стоят софтбоксы. Понятно, да? Но чтобы высветить хорошенько, как бы, структуру, потому что очень важно в стимпанке структура, я сейчас поставил еще и Beauty Ditch. Ну, это мог бы быть тот же самый софтбокс, только без Собакина и без отражателей. Вернее, не отражателей, без, как она по-русски-то, ну, вот это ткани, да, рассеиватели, без рассеивателей. Итак, мы сейчас с вами возьмем вот эту рубятину. Вот эту рубятину. Поставим ее вот сюда. Так, вот так поставим. Я их все равно буду вырезать, да. И вот в таком виде мы сейчас с вами это дело сфотографируем. Так, одна из них отключилась. Экономит. Так. Итак, давайте мы сейчас начнем. Вот просигналила. Вот так. Ну, я этим, в принципе, доволен. Контраст хороший. Я вам сейчас покажу. Здесь вы ничего не увидите. Я вам покажу, какие я сделал уже фотографии. А потом пойдем в Photoshop, посмотрим, что там еще сделать. Итак, дорогие друзья, вот мы смотрим, в принципе, тут с резкостью и с контрастностью
Все нормально. Отлично. Единственное, что у меня пока свой шел вот это колесо. Я думаю, так оставим, ничего страшного. Так, теперь это смотрим. Так, то же самое. Ну, освещение одинаковое, поэтому как бы все нормально идет. Я просто проверяю сейчас на резкость, как насчет резкости здесь, все хорошо. Ну, а тут я почему-то снял два раза, не знаю, зачем два раза. Ну, наверное, первое мне не понравилось. Ну, давайте вот мы тогда сейчас все откроем. Видите, тут какие-то представители тропических рыб и карасиков и так далее. Но вот это получше бы. Так, это мы отключим. И возьмем какую-нибудь импозантную самую. Вот это она мне нравится больше всех. Так, пойдем мы, конечно, с вами сейчас этот уберем, тут ненужный нам. Возьмем мою ручечку, возьмем так, и, конечно же, перышко. Начнем вырезать. Повторяю, кто это не умеет, быстренько пойти. Так, в чем дело? Photoshop обучение, и там этому научиться. Так. Так, готово. Теперь мы это тело выделим. Один пиксель будет нормально. Давайте Ctrl-Z можем сразу сделать. Вот она у нас вышла сюда. Прекрасно. И еще у нас осталось вот это. Я не хочу пользоваться какой-то там волшебной палочкой, все равно они оставляют грехи. И чтобы этого не переделать и не доделать за ними, я лучше вот быстренько пройду. Потому что доработка, ребята, иногда забирает больше времени, чем сэкономленное на этой палочке, да, волшебной. Поэтому нет. Так, кликаем. Теперь говорим, что выделить область. Она должна вот сейчас все выделиться. Вот они. И нажимаем «Делит». Все. Теперь смотрим, что у нас получилось. Чтобы это понять, нам надо будет сделать... На белом я хочу сначала. Вот так заполним белый. И посмотрим теперь. Теперь мы с вами посмотрим, как это, насколько это все хорошо. Во-первых, проверим по коррекции. Да, видим, что немножко бы добавить светлых тонов было бы неплохо. Вот так, но смотрите, чтобы не было нигде пересвета. Вот так. Так. И посмотрим теперь по коррекции цвета. Надо ли нам здесь... Может быть, наоборот, убрать. То есть тут уже, вот это уже, ребята, на любителя. В этот раз я не буду пользоваться никаким, естественно. Я нашел пару мест, где пересвет все-таки получился. Обратите внимание, вот это. Да? Раз. Так, нет, вот. Отключаем и видим, что да. В некоторых местах есть пересвет, ну, тут же маска стоит, поэтому что нам стоит взять нашу кружочек вот этот,
перейти на черный и аккуратно так раз, раз. И мы видим, что пересвет присутствует вот здесь, допустим, да? Или вот здесь мы видим этот. Зачем нам пересвет? Ну, мне ни к чему. Поэтому можем спокойно, выборочно убрать это дело. Так, я сейчас гляну по-быстрому. Если у нас все это как бы хорошо, мы возьмем Ctrl-Shift-Alt-E, создадим новый слой с этими настройками, если что, всегда сможем вернуться, если нам не надо, то есть удалить этот слой. Я предлагаю сходить в пластику, да, и попробую все-таки потянуть, что получится. Посмотрим сейчас. Ну вот так. Я думаю, что ничего не порушилось. Наоборот, немножко скруглилось, да? Больше нам и не надо, окей. Отлично. То есть мы видим, что все произошло правильно. И теперь посмотрим размер. Размер должен быть подходящий. Изображение. Размер изображения. Ну, 7360 на 4912 с радостью примет нас, конечно же, шаттер. Так, больше, к сожалению, ракурсов не получится. Это плоские относительно детали, да, выпуклые, но в то же время только фронтально их можно показывать. Потому что я не планировал, что они будут в руках вертеться, а что они будут просто украшением. Итак, еще последний фильтр мы возьмем, сделаем усиление резкости. В умную, конечно, возьмем резкость. Что же нам до 60 доведем. Вот так, здесь все нормально, уменьшить шум. Ну, давайте. Ой, извиняюсь. Так, произведем это действие. Вот, и так я поступлю со всеми рыбками. Ну, до встречи в эфире. Ну вот, мои дорогие, мы с вами посидели еще в фотошопе. В итоге получили вот таких 5 хороших фотографий, на мой взгляд. Теперь я пойду в кладовку, мне там выделили кусочек, отпилю прутья, я там уже купил их, и начну, наверное, сегодня собирать или завтра, не знаю, я не гоню себя никуда, поэтому на этом я с вами попрощаюсь, всего вам доброго, пока.